Здравствуйте, 9 февраля 2022 года. Интересное местечко такое. Домики старые. Решил снять тут несколько объектов, показались мне интересными. А, во-первых, что там у нас? Перекресток улицы Караческой, на которой мы находимся, и улицы Первой Посадской, администрация Заводского района. Ну, это дом я в прошлом ролике снимал. Он уже с следами пожара, выселенный. От этого один фасад остался, подгоревший. Это заводской суд заводского района, города Орла. Так, вот тот домик интересный. Сейчас подойдем, посмотрим. Уж не знаю, какого он года постройки, но выглядит как старинный. Первый этаж выселен. Интересный такой домик. Да и второй выселен. Смотрю, окна даже выбиты. 44-й. Так, это мы проходим здание второй школы. А там перекресток улицы, по-моему, вторая Посадская с этой улицей Карачевская. Она же называлась Сакко-Иванцетти. Да, вот он, дом зенитовский. Улица 2 Посадская, 14. Красавец дом, красавец. А там роддом на 2 Посадской. Такое интересное, такое старинное здание. Мы сейчас дойдем до перекрестка и закончим ролик. Да, это, конечно, интересный дом. Очень красивые цвета такие. Вообще здорово. Тут когда-то жилищное управление было. Квитанции начали платить за квартиру. Те, кто в частном секторе жил, в разных домах, принадлежащих к нему, относящихся, вернее. Такие вот организации. Карачевская 31, видите, резьба. Так, это у нас школа, там суд. Резьба, конечно, красивая, но краска совсем обшарпанная. Так, и еще вот то здание зеленое тоже относится к родильному дому на 2 Посадской. Там остановка трамвайная, улица Панчука. И следующий перекресток как раз и будет с улицей Панчука. А это улица 2 Посадская. И там перекресток с Комсомольской, и дальше уже будет улица Роза Люксембург, гастроном Москва в советское время, вот то здание было с красной облицовки кирпича. Это тоже к роддому относится, медицинское здание. Вот такой небольшой ролик. Спасибо вам за просмотр, всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.